Что, прилет? Еще один. Вот, совсем близко. Выбивать стекла. Еще ближе. Еще вот этот снаряд. Летят мины. Не пойму, что это. Если вы видите, не прекращается снаряд. Падение снарядов. Массированная атака. Еще одна атака. И только потом включается сирена. Разрывы. Стекла дребезжат. Очень близко. Еще заряд пистолета. Простите, блин, ближе не могу брать. Массированный артобстрел. Совершенно в другой стороне от зоны обстрела, которую я только что умудрился снять, стоит черный густой дым. Ой, ребята, не знаю, удастся ли мне туда подобраться. Слишком опасно. Но сейчас постараемся. Здесь просто, чтобы понимать сложность перемещения, даже пешим маршрутом, заключается в том, что почти весь Степанакерт – это первые этажи, это витрины. И даже если не шрапнель, то опасность от стекол большая.